Привет, моего зовут Вудан, я Тимур. Сегодня на обзоре G22 в скине Hound. Новый резинкострел прямиком из Stand Off 2. Приходит он в такой коробке, давайте откроем и посмотрим, что ждет нас внутри. Вау. Нас встречает достаточно простой, но очень интересный рисунок. Черный, красный, серый, белый. Спокойная, сдержанная цветовая гамма, которая внушает ужас, потому что здесь вот такой череп со светящимися красными глазами изображен. Hound — такое символичное название. Спираль ДНК — вот такая красная. Subject X — надпись. Много следов таких вот царапин. Укусов тут не наблюдаю. Скин немножко жуткий. Он соответствует нашему новому мартовскому дропу — Безумный Хаос. Посмотреть все изделия, из которого вы можете, перейдя по ссылке в описании на наш сайт. Это резинкострел. И несмотря на свой грозный внешний вид, он абсолютно безопасен и стреляет резинками. В комплекте идут боеприпасы. Единовременно мы заряжаем до 8 резинок. Не больше, ребята, не больше. Итак. Резинкострел снаряжен. Пли. Ну, это очень весело, правда. Если вы еще такое не пробовали делать самостоятельно, вот как только попробуете, не сможете остановиться. Это реально огонь. У пистолета, кстати, съемный магазин. В общем, вот такая классная игрушка. Делается она на нашем производстве из экологичных и очень качественных материалов. И абсолютно безопасный. Но несмотря на это, хочу напомнить вам базовые правила техники безопасности. Не стреляйте друг другу в лицо и в другие нежные части тела. Не кидайтесь этим изделием. Не пытайтесь пробить им потолок или стену. Оно для этого не приспособлено. Относитесь к изделию бережно, и тогда оно прослужит вам очень долго и будет радовать вас прекрасной стрельбой резинками долгие годы. Посмотреть другие изделия из нашего мартовского дропа «Безумный хаос» вы можете, перейдя по ссылке в описании на наш сайт. А посмотреть обзоры вы можете в соответствующем плейлисте на YouTube. С вами был Тимур, это G22 в скине Hound. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!